продержаться ровно сутки. Эти сутки очень жуткие. Третий час стою я в пробке, везу пакеты и коробки. Суета, сует, предновогодняя, в магазинах лимита иногородняя. Надо было все купить 29-го. Что ж тяну я каждый год, а до 30-го? Новый год, мандарин мне в рот, Дед Мороз, оливье мне в нос. Мы по телеку посмотрим обращение и пойдем искать приключения. Просыпаюсь в январе, бьют куранты в голове. Лицо, как было, поправляю, о 30-м вспоминаю. Где шампанское пока что не открытое, да и люстра за 7000 не разбитая. Где сосед еще с женою не обруганный, унитаз еще Андрюха не напуганный. Где на хлебушке лежит еще и корочка, где ребенок не забыт еще на горочке, еще норковая шубка не утеряна и петардами дубленка не прострелена. Возьму в руки я нарзана початого и подумаю, что ж не сдох я трезвым в пробке 30-го. Новый год, мандарин мне в рот, Дед Мороз, оливье мне в нос. Мы по телеку посмотрим обращение и пойдем искать приключения. Новый год, мандарин мне в рот, Дед Мороз, оливье мне в нос. Мы по телеку посмотрим обращение и пойдем искать на попу приключения.